Рыбы местного производства станет еще больше. В Ярославле открыли предприятие по выращиванию африканского клариевого сома. Выбор именно этой рыбы не случайен. Ее мясо считается диетическим и почти не содержит костей, а также богато белком и аминокислотами. На открытии в воду выпустили первую партию сомов. Их 200 штук. Скоро на предприятии появятся и мальки. Питаться рыбы будут кормами отечественного производства. В том числе и из Ростова-Великого. Отведать сомов ярославцы смогут в местных кафе и ресторанах, а также приобрести в магазине. В планах у предприятия выращивать до 16 тонн рыбы в год и поставлять сомов в соседние с Ярославлем регионы. Планируем привлекать инвестиции, в частности, государственных органов, государственную поддержку. Также там различные субсидии на корма, на приобретение дальнейшего оборудования и всего остального. Мы постараемся их обеспечить всеми необходимыми кормами. То есть наше производство кормов в полном объеме выпускает необходимые для них корма, поэтому мы постараемся сделать для них максимально быстро и качественно ту продукцию, которая востребована на этом предприятии.